Макрон позвонил Путину. Макрон и Путин по телефону обсудили условия для проведения саммита в нормандском формате. Путин хочет, чтобы Украина выполнила разведение сил и средств возле Золотого и Петровского, а также имплементировала в свое законодательство формулу Штайнмайера. Президенты Франции и России в понедельник после обеда провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате. Как пишет «Европейская правда», о телефонном звонке сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Официальный Париж пока не публиковал сообщение о разговоре. Президент России вновь акцентировал целесообразность его саммита, тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел, сообщили в Кремле. У президента РФ также заявили, что от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе. Кремль заявляет, что это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.